Thank you.
Thank you for the wonderful welcome. Спасибо всем огромное за прекрасное приветствие. You're very kind devotees. Вы все очень добрые преданные. You're very warm hearts. У вас очень теплые сердца. Сколько раз я тут был уже? В городе в этом? Да. 8, по-моему. 8 раз. 8 там. Я был здесь. Не больше двух. Ну, не, больше. Но я вчера разговаривал с Васудой Васутой, пробовал, сказал, 8 раз был. Ну, хорошо. Well, yesterday I was in Ukraine. Вчера я был в Украине. We had a festival in the Carpathian Mountains. У нас проходил там фестиваль на Карпатах. Слышали? Про Карпаты слышали? Really, Tom? Yes. Красивое, красивое место. Холодная погода. But the devotees' hearts are very warm. Несмотря на холодную погоду, меня согрели теплые сердца преданных. And then I came here on the plane today from Moscow. И сегодня я прилетел сюда в Ижевск на самолете из Москвы. And there was one local lady sitting next to me. Со мной рядом сидела одна местная женщина в самолете. Yeah, из Ижевска. And she was very nice. И она была очень приятная женщина. And she said, "Yeah, oh, I've seen Hare Krishna so much." Она мне сказала, я так часто вижу кришнаитов. I really like it. И мне они нравятся. We had a whole discussion. У нас была беседа. Она только говорила по-русски. И мой русский. Она мне говорила по-английски. Ее английский хуже, чем должен быть очень плохо. But we had nice discussion. Но несмотря на языковой барьер, у нас была очень интересная беседа. And she said, I refused the food they were giving out. Она мне сказала, я не приняла еду, которую мне кришнаиты давали. No. I refused the food, the air. Yeah. И у нас беседа завязалась на почве того, что я отказался от еды, которую мне предложили в самолете. And she said, "Oh, don't you eat meat?" И она мне сказала, вы что, мясо не кушаете? And I said, "No, I'm vegetarian." Я сказал, не кушаю, я вегетарианец. And she said, "Yeah, you know, I've been thinking about that for a long time." И она сказала, я вот уже размышляю на тему вегетарианства уже какое-то время. And, but I'm not strong enough. Но еще пока не решилась. So she was really nice, and I just didn't know where the programs are. Она такая приятная личность была, что мне захотелось ей сказать, куда прийти на наши программы, но, к сожалению, я не знал адресов, куда ее пригласить. Maybe she'll be on the DM города завтра. Но, может быть, завтра на дне города мы ее встретим. So, как Искон Ижевск? Прекрасно. Как Искон Ижевск? Продолжает. Сколько преданных сейчас? Она спросила меня. И вот меня эта женщина тоже спросила, сколько у вас? Я не знаю. Я скажу, может быть, больше, чем 100, может быть, 200.
Я ей сказал, может быть, больше 100, может быть, около 200. Точную цифру не мог назвать. So some new devotees? Есть новенькие. Руки поднять. Новенького зовут Саша. Бхакта Саша. Сколько кругов, Саша? Сколько папа кругов читает? Счастлив в сознании Кришны. Anyway, I'll be here for a couple of days. Я проведу здесь пару дней. If I can serve you in any way, let me know. Пожалуйста, дайте мне знать, если я как-то могу служить каждому из вас. But I'm really happy to be here with you. Мне очень здесь все нравится. Я очень счастлив быть здесь. This morning the devotee was driving me to the airport. Утром меня преданный отвозил в аэропорт в Москве. Jai Sachinandan, you know Jai, heard of him? Кто-нибудь слышал про Джай Сачинандана Прабу? He's a disco, I mean a DJ. Yeah. Он известный диджей в нашей стране. DJ List. And he asked me, where are you going? I said, Ижевск. И он спросил меня, куда вы направляетесь? Я сказал, в Ижевск. He said, oh, Калашников. Я сказал, а, Калашников. So it's famous for Kalashnikov, but we want it to be famous for Krishna consciousness. На сегодняшний день город Ижевск известен в связи с Калашниковым, но мы хотим, чтобы Ижевск прославился в связи с сознанием Кришны. So, спасибо вам большое. И что? Увидимся чуть-чуть попозже, да? На программе или что-то. Шрила Прабхупад ки. Джай! ИСКОН ИЖЕВСК ЯТРА ки. Джай! ИСКОН ИЖЕВСК ПРЕДНИ ки. Джай! ГО ПРЕМАНА ХАРИ БО! ПОШТАЙ СВАЙ МАХАРАДЖА ки. Джай! ПАСИЯМ ВАМ ки. Джай! Good night.
Bye.
Thank you.
ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Anant Kuri Vaishnavrinda ki, Nam Acharya Srila Haridas Thakura ki, Prem Sigahar Sukrishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki, Shishi Radha Krishna Gov Gopinath Shamkun Radhakun Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Shri Shri Dayal Nitai Gaura Hari ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Srila Prabhupada ki, Shri Harinam Sankirtan ki, Gaur Premanande. Glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Sri Hare Krishna. Как ваше желание? Как сознание Кришны? Счастлив? Да? Да. 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 Все. Hare Krishna. Мне забыл Бхакти Чайтанья Свами. Я живу в Южной Африке. Слышали о Южной Африке? Да. Вы были там? Нет. И там мы, люди, не говорят по-русски. Правда? Они говорят по-английски. И я тоже. Поэтому, если вы не против, я буду говорить по-английски. Что вы думаете? Окей. Может быть. Окей. But wasn't that such beautiful kirtan? Разве киртан, который спел Расиканан Прабху, не был поистине прекрасным? Shri Rasikanam Prabhu ki Jai! Shri Hari Nam Prabhu ki Jai! Shri Hare Krishna Mahamantra ki Jai! I thought, why stop it? Let's just have a kirtan. Я в какой-то момент подумал, зачем он остановился? Пусть бы продолжал петь. So you're very fortunate to have him now. I believe he is a living resident in Ижевск. Все жители Ижевска, вы преданные в частности, очень удачливы, то что теперь он здесь живет на постоянной основе. I think it is part of an important part of Krishna's plan to make Ижевск Krishna conscious. Приезд Расиканама Прабху в Ижевск – это часть особого плана Кришны, чтобы сделать весь Ижевск сознающим Кришну. And we're very fortunate also this evening. We have with us His Grace Sanatan Goswami Prabhu. Мы все здесь присутствующие также очень удачливо, поскольку среди нас присутствует Его милость Санатан Госвами Прабху. Харибол! Харибол!
He travels the universe. Санатан Госвами Прабху путешествует по Вселенной. Just giving Krishna consciousness. И он просто занимается только одним видом деятельности. Он распространяет сознание Кришны. And he has come here just to give you Krishna consciousness. И здесь он тоже с этой целью, чтобы дать всем нам сознание Кришны. And to give me Krishna consciousness. И мне в том числе. Krishna, спасибо, да? And we have with us also His Grace Raghava Pandit Prabhu. А также среди нас присутствует Его милость Раghava Pandit Prabhu. Very important man. Он просто очень важный человек. Он президент храма в городе Казани. So, you got a lot of good associations. Видите, как много хорошего общения вы можете обрести. Thank Krishna. Благодаря Кришне. Krishna is merciful. Кришна милостив. When Krishna wants to be merciful, then he gives you the association of devotees. Когда Кришна хочет пролить на кого-то свою милость, он дает общение со своими преданными. Hare Krishna. Okay. So, suggests Nichitayam Bhagavad Gita как она есть. What? Glava Siddhamova. Okay, Siddhamova. And text 17. Сегодня мы читаем Бхагавад Гиту, как она есть, в переводе с комментариями Его Божественной Милости Ачхи Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада. Глава 7, текст 17. Ом намо Бхагавате Васудевая. Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Tesham Jnani Nitya Yukta Eka Bhaktiya Vishishyate Priyohi Jnani No Tyartam Aham Sacha Mama Priya. Translation: of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him, and he is dear to me. Перевод текста. Из тех самым лучшим является тот, кто обладает полным знанием и постоянно занимается преданным служением, ибо я очень дорог ему, и он очень дорог мне. So in a minute we will read the commentary. Через минуту мы прочтем комментарий. Let us just note one point though from the verse before we begin. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, позвольте нам отметить один момент из стиха. Yes, in the verse Krishna begins, Tesha, of these, out of these certain people. Текст начинается со слова «Тейшам». Кришна говорит «из тех людей». So, which людей is he talking about? О каких же людях идет речь? This is now, if we look at the previous verse. Посмотрим предыдущий текст. Кто знает
Сам 16. Кто назовет 16 текст 7 главы? Кто начинает? Да, нет. Должен быть. Must be one person. Один, кто знает этот текст, должен здесь присутствовать. Чатуа! А, один. Чатуа. Да, давайте, пожалуйста. Чатур Бирзар Хаджан Эрман. Джана Суфитинор Джана. Артур Джигьясу Артараси. Янир Ча Харадарси. Хорошо, спасибо. 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 Шастриджи. Среди нас присутствует настоящий Шастриджи. Спасибо, Санат Госвами Прабху. So, just as a point of interest, it would be a good idea for you to learn this verse. И уж, к слову сказать, всем нам стоит выучить этот стих наизусть, так же, как его знает Санат Госвами Прабху. We should all learn some verses from Bhagavad Gita. Всем нам следует учить наизусть какие-то стихи из Бхагавад-гиты. And this generally is one of the verses worth learning. И этот текст один из тех, которые стоят того, чтобы их знать наизусть. So, 7:16. When I come, когда я приеду здесь, следующий год, who will know this verse? Кто будет знать наизусть этот стих? К моему следующему приезду в следующем году. Несколько желающих у нас. Okay. Whoever learns this verse next year, for next year, we will give you a prize. Всем тем, кто выучит этот стих наизусть, я вручу приз в следующем году. So, okay, this verse, 7:16, Chatur Vida Bhajante Mam, Jana Su Kritanor Juna, Arto Jigyasur Artarti, Gyani Cha Bharatar Shabha, и перевод, пожалуйста. Перевод текста. О лучший среди Бхарат, четыре категории благочестивых людей, встают на путь преданного служения. Те, кто попал в беду, нуждающиеся в деньгах, любознательные, и, наконец, те, кто стремятся познать абсолютную истину. Okay, so then, in this verse tonight, 17, Krishna says, of these four types of people, the last one, who is really in knowledge, He is most dear to me. И в стихе, который мы прочли в самом начале, 17 стих 7 главы, Кришна говорит, из них самым лучшим является тот, кто обладает полным знанием, и он же дорог мне. Очень дорог. So, okay, commentary Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Полностью очистившись от скверны материальных желаний, те, кто попал в беду, любознательные, те, кто остался без гроша, и те, кто стремятся к высшему знанию, все они могут стать чистыми преданными. Человек, который постиг абсолютную истину и полностью освободился от материальных желаний, становится истинным, чистым преданным Господа. Из четырех категорий преданных, лучшим, по словам самого Господа, является тот, кто, обладая полным знанием, постоянно занимается преданным служением. Обретая знания, человек осознает, что он по сути своей отличен от материального тела и, продолжая совершенствоваться, двигается в том же направлении, постигает безличный Брахман и Параматму. Полностью очистившись от материальной скверны, он осознает, что в соответствии со своей природой является вечным слугой Бога. Таким образом, в результате общения с чистыми преданными любознательные, попавшие в беду, те, кто жаждет материальных благ и обладает знанием, естественным образом очищаются от материальной скверны. Но из тех, кто находится на подготовительной стадии,
Человек, обладающий полным знанием о Верховном Господе и занимающийся преданным служением, очень дорог Кришне. Тот, кто обрел чистое знание о трансцендентной природе Верховной Личности Бога, надежно защищен в преданном служении Господу, и его не может коснуться материальная скверна. Тешам гьяни нитья юкта, эйка бхактия вишишьяте, приохи гьяни но тьяртам, ахам сача мама прия. Из них самым лучшим является тот, кто обладает полным знанием и постоянно занимается преданным служением. Ибо я очень дорог ему, и он очень дорог мне. Нама Ом Вишнупадая Кришна Престая Бутаре Шимати Бхакти Веданта Свамини Тинамини Намасте Сарасвати Деви Гауравани Праджане Нирвишеша Шуньявади Паштитьядежитами Джай Си Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Shri Advaita Gadadha, Shri Vasudhi Gaura Bhaktivrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vajkabhaturibhyascha Krita Sindhu Bhyevacha, Paridhanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So yeah, this verse, these few verses here, these are very important verses in Bhagavad Gita. Те стихи, которые мы прочитали, являются очень важными стихами Бхагавад Гиты. Here Krishna is talking about really the four main types of people who become devotees. В которых речь идет о четырех типах людей, которые могут стать преданными. From the previous verse, which Sanatan Goswami Prabhu recited to us, we know the four types are distressed, desiring wealth, inquisitive, and searching for knowledge. Из предыдущего стиха, который Санатана Госвами милостиво произнес, мы знаем четыре типа людей, которые могут стать преданными. Это те, кто попал в беду, те, кто желают разбогатеть, те, кто являются любознательными, и те, кто ищут абсолютную истину. And if you think about it, really these are the main types, and there may not really be other types. Если поразмыслить на эту тему, то можно прийти к выводу, что эти четыре типа являются главными, и других нет. Yes. Many years ago in England, one of our devotees had a debate with the president of the British Atheist Society. Много лет назад один наш преданный в Англии спорил с президентом Британской ассоциации атеистов. So our devotee was such an expert debater. А наш преданный был очень продвинутым спорщиком. He completely bewildered this chief atheist. Он просто ввел в заблуждение этого главного представителя атеизма. Without even mentioning the word God. Он даже ни разу не использовал слово Бог. This is debate, does God exist or not, or what? А спор был на тему, есть ли Бог вообще, или что, или как. So he didn't even mention the word God. He was talking in extremely logical terms. Он проповедовал, используя логические термины, и ни разу не упомянул слово Бог. And this chief atheist got so frustrated. Этот главный атеист разочаровался очень быстро и очень глубоко.
In the end, she said, "Oh God!" И он сказал в самом конце: "Да Господи уже наконец!" When people get distressed enough, they turn to God. И это доказывает, что люди, попавшие в беду, вспоминают о Боге. In the First World War, the soldiers, our friends here, were fighting in the trenches. Trenches, they dig long holes. Во время Первой мировой войны солдаты, наши друзья, которые присутствуют здесь, спрятанные под занавесом, они сражались и рыли окопы. Это Кришна и Бала? And they would, you know, one side there in the trenches, they go running across to attack the others who are in the other trenches. Из одного окопа солдаты должны были выбраться и атаковать солдат, которые находились в другом окопе. And in between the lines of trenches would be the holes where the bombs had exploded. А на той площади, которая располагалась между двумя окопами, находились ямы с бомбами. Those holes, in English, they call them foxholes. По-английски мы называем такие ямы с бомбами лисьими норами. So there was a saying: you never find an atheist in a foxhole. И есть также такое выражение на английском языке: никогда не сможешь найти атеиста в лисьей норе. Because they're hiding in there, they don't know what's going to happen. Поскольку спрятавшись там, им неведомо, что должно произойти. So practically anyone, when they become distressed enough, they turn to God. Это лишний раз доказывает, когда человек достаточно сильные беспокойства испытывает, попал в беду, он обращается к Богу. And then second category Krishna talked about in the previous verse was people who are desiring material things. Вторая категория, как говорит Кришна, это люди, которые желают обретения материальных благ. Yes, in not all of them, but many of them, they pray to God. Не все из них, но большая часть молится Богу. And therefore we find in the Bible. Поэтому в Библии говорится: Give us this day our daily bread. Дай нам хлеб насущный. Слышали? Да. По-русски тоже, да? Окей. Дайте мне хлеб, пожалуйста. Если возможно, черный хлеб. Самосам. In other words, of course, it can be interpreted in many ways. Конечно, эта молитва может быть интерпретирована по-разному. And sometimes they say it means some spiritual type of nourishment or something. И иногда можно слышать такую интерпретацию, что хлеб насущный — это духовное питание. But if we take it as it is, then we are asking for bread. Но в буквальном понимании это просьба о хлебе. Библия, Библия, you call it? Библия, как она есть. Библия, как она есть. Не Библия, как она была. Или как я хотел. So yeah, in other words, God has big factory in the sky. Другими словами, у Бога на небесах огромная пекарня.
And if you pray to him nicely, you may get a free loaf of bread. И если вы будете искренне молиться Богу, то тогда вам перепадет вкусная буханочка хлеба. Save 20 rubles. И вы сэкономите 20 рублей. Спасибо Богу. И thank you God. In India they have their own version of this. В Индии у них своя версия есть этой молитвы. Give me a house and a car and a color TV on Jai Jagadisha Hare. Перевод молитвы. Дай мне дом, дай мне жену и цветной телевизор. Ом Джагадиша Харе. Джай Шри Кришна. Джай Дурга. Right. So these people, they also turn to God. Такие люди тоже приходят к Богу. And then the third category. They're people who just are inquisitive, curious. Третья категория людей — это любознательные. Who is this God? What is he? Кто же это такой Господь? Who are these Hare Krishnas? Кто это такие Кришнаиты? Why do they wear these unusual clothes? Почему они так вырядились? Why the stuff on their forehead and the top of the nose? Чем они себе лоб с носом вымазали? And some of them have no hair. А у кого-то волос вообще нет. Почему? Это чувствует indulgence, not. So they're curious, they're interested. So they come and see, oh, what is it? Это категория любознательных людей. Они приходят, задают вопросы, в чем дело, пытаются разобраться. But, yeah, okay. So, some of them, they become interested in Krishna consciousness. Некоторые из любознательных людей интересуются сознанием Кришны. And then there are others, fourth category, that Krishna mentions in the previous verse. They really want to understand. What is life? Who am I? And who? What is God? Но те, кто хотят по-настоящему понять, кто такой Бог, кто такой я и в чем смысл моей жизни, это четвертая категория людей, как говорит Кришна. And what is my relationship with God? И каковы взаимоотношения мои и Бога? So now in this verse 17, Krishna makes the point that this last category, who they seriously want to understand, they're better than the other three categories. Кришна говорит, что четвертая категория лучше предыдущих трех, потому что они действительно хотят разобраться. And indeed, in the following verse 18, Krishna says, actually, they're all great souls. They're all special people. В следующем 18 стихе Кришна говорит, что все эти четыре категории — это великие души. But still, those who really want to understand seriously, they are the best. Но тем не менее, те, кто серьезно хотят разобраться, они лучшие среди них. They really want to understand because they want to improve their lives. Им необходимо разобраться для того, чтобы улучшить свою жизнь. It is not like the curious people, they just would like to know something. Не как в случае с любознательными людьми, которым необходимо узнать что-то просто так. These people who are searching for knowledge, they want to make real solutions and then apply that knowledge for their betterment. Те люди, которые хотят разобраться, они находятся в поиске решений, которые они могли бы применить в своей жизни. И сделать свою жизнь лучше. So then
when they understand, yes, Krishna is God, I am his eternal servant, then they surrender to Krishna. И когда они узнают, что Кришна — Бог, а я — вечный слуга Кришны, тогда они тотчас же предаются Кришне. And Krishna makes this specific point in the verse after that, verse 19. Кришна говорит об этом в 19 стихе. Что это? 7:19. Что? Bahunam. Bahunam jananam ante janaman mam prabhajate vasudeva salam iti samahatma sudyoga. Спасибо. You see, we've got some real gems of devotees here. У нас тут настоящее собрание продвинутых преданных. Перевод, read the перевод of 19. Перевод 19 стиха. Пройдя через великое множество рождений и смертей, тот, кто действительно обладает знанием, предается мне. Познав меня как причину всех причин и источник всего сущего, зная, что я причина всех причин и источник всего сущего, такая великая душа встречается очень редко. Yes, so it's important to understand this about that fourth category, that he doesn't just want some knowledge just for the sake of knowing something. Важно понять, что в случае с четвертой категорией людей, которые ищут абсолютную истину, они не обретают знания просто так, ради обретения самого знания как такового. He really wants to get some answers and to really improve his life. Они ищут ответы на волнующие их вопросы для того, чтобы улучшить свою жизнь. Otherwise, if it was more just a casual interest in knowledge, then he would fall into the inquisitive category. Иначе, если бы это был просто праздный интерес к знанию, это была бы третья категория любознательных людей. So in the purport, Prabhupada mentions that the first three categories, they really need to come to a higher level. И говорится, что первые три категории нуждаются в том, чтобы перейти в четвертую категорию. They can all become pure devotees, Prabhupada says, if they become free from their contaminations. Прабхупада говорит, что все они могут стать чистыми преданными, если освободятся от материальной скверны. So now the distressed person, like we said, he may come to God, but when his distress is removed by the grace of God, then he has no more need for God. Попавший в беду, как мы уже говорили, обращается к Богу, но когда его проблема решена по милости Бога, в Боге уже нужды нет. If his only interest in God is solve my problems, then when there are no problems, there's no need for God. Если единственная нужда в Боге заключается в том, чтобы Бог решал проблемы, то когда проблемы решены, необходимости в Боге нет. Sometimes we give the example of a person in a motor car. Иногда мы приводим пример человека, который едет в машине. When you are driving in your car and you see you are running out of petrol, you must go into the petrol station. Вы едете за рулем и понимаете, что бензин у вас заканчивается, и вам просто необходимо заправиться. And when you've got your benzene, out you go. И как только вы заправились, в заправке больше нужды нет. And when you have enough benzene, and you don't need more, you don't visit the petrol station. И когда у вас полный бак, на заправку вам заезжать больше не нужно. Because there's no need. Потому что нет нужды. So, if the need from God is
solve my problems. When there are no problems, there's no need for God. Таким же образом, когда нужда в Боге является единственной в том, чтобы Господь решал проблемы, когда проблемы решены, нужды в Боге нет. And a similar idea is there in regard to those who want some material gain from God. Можно это привести пример также, приведя категории людей, которые хотят получить материальные блага при помощи Господа. When they've got what they were looking for, then they forget about God. Когда они получают материальные блага от Господа, они забывают его. Thank you, God, and goodbye. Спасибо, Бог, и до свидания. До свидания. And when I need something else, I'll get back to you. А когда мне что-то понадобится, я тебе сразу дам знать. This is exactly, actually, the situation. Такова ситуация на самом деле. And then the curious people, it's just some idea, what is this? But they're not serious. Любознательные, они задаются вопросом, в чем же тут дело, но они не серьезные. And then, so they find out, oh yes, Hare Krishna's like this, it's like that. Они получают определенные ответы, кришнаиты вот этим занимаются, вот этим. And then they think, okay, now I understand Hare Krishna. И они говорят, ну все, теперь я понял, кто такие кришнаиты. So, what next? Кого следующих мне теперь изучить? Может быть, Сай Баба. Может быть, Сай Бабистов. We will look into Sai Baba. Надо повнимательнее познакомиться с учением Сай Бабы. And when I understand, okay, something, this is Сай Баба. Okay, what next? Maybe Buddhism. И когда я изучу, кто такой Сай Баба, каково его учение, может быть, тогда мне следует изучить буддизм повнимательнее. So, like this, these first three categories of people, they have to come to the level of the fourth category. Все три категории, первые перечисленные, нуждаются в том, чтобы перейти в четвертую категорию. They have to really develop a serious interest in understanding Krishna and their relationship with Him. Им действительно необходимо развить интерес к тому, каковы же взаимоотношения между ними и Богом. Yes. So, now in the purport, Srila Prabhupada explains how this may happen. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, каким же образом это может произойти. How these people distressed, desiring wealth, inquisitive, how they may become elevated in consciousness. Каким образом те, кто попал в беду, те, кто хотят разбогатеть, любознательные, могут возвысить свое сознание? Oh, get free of their material desires and become serious. Отбросить свои материальные желания и стать уже серьезными наконец. So now, who remembers what Srila Prabhupada said? How they can change and progress like that? Кто помнит, что сказал Шрила Прабхупада, каким образом три категории могут измениться, прогрессировать и перейти в четвертую категорию? We will not ask Sanatana Goswami Prabhu, because he knows everything. Санатана Госвами не имеет права отвечать на вопрос, он и так все знает. Расиканам probably knows everything. Расиканам Прабху, вероятно, тоже все знает. And Raghava Pandit should know everything. А Раghava Пандит Прабху наверняка должен знать, ему следует знать. So we ask you, devotees. Поэтому мы обращаемся к вам, дорогие преданные. Simple question. Простой вопрос. What did Prabhupada say? Что сказал Шрила Прабхупада? You heard it, because we read it. Вы слышали, потому что мы прочли это. Silence. И тишина. I think they are very humble.
Я думаю, это потому, что все вы очень смиренные. Krishna, Prabhupada said, it's right here, see? So, by association with pure devotees, the inquisitive, the distressed, the seeker after material amelioration, and the man in knowledge, all become pure. Таким образом, в результате общения с чистыми, преданными, любознательные, попавшие в беду, те, кто жаждет материальных благ и обладает знанием, естественным образом очищаются от материальной скверны. Because even the person who's searching for knowledge, he has to get the knowledge from someone. Тот, кто хочет обрести знания, должен понимать, что ему необходимо обрести знания от кого-то. But of course the others, their position is not so good. А положение предыдущих трех категорий не является таким уж завидным. And therefore, Srila Prabhupada said, we have created this international society for Krishna consciousness. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, именно по этой причине я создал это международное общество сознания Кришны. So that all the people in this world can get that good association of pure devotees, or at least very serious devotees. Чтобы у всех людей во всем мире был шанс получать общение чистых преданных или хотя бы очень серьезных преданных в сознании Кришны. This is why ISKCON is existing. Именно по этой причине был создан ИСККОН, и по этой причине он существует. It is not just a club for spiritually minded people. Это не клуб духовно настроенных людей. It is an organization to help people. Это организация, которая помогает людям. Yes, and you know what Srila Prabhupada was thinking about when he said that? Знаете, о чем думал Шрила Прабхупада, когда он произнес эти слова? He was thinking about Ижевск. Он думал про Ижевск. Серьезно? Well, he was thinking of the whole world, and that includes Ижевск. Поскольку он говорил о целом мире, а Ижевск — это часть целого мира. Правда, правда. So therefore, devotees, is Ижевска, you must become very sincere and very serious. Поэтому, пожалуйста, преданные Ижевска, станьте очень серьезными, искренними преданными. Then you can help other people. И тогда вы сможете помочь другим людям. And then you can help yourselves. И себе в том числе. Yes. Because charity begins at home. Благотворительность начинается в собственном доме. We need to become Krishna conscious ourselves. Нужно начать с себя, стать сознающим Кришну самому. And then we'll be easily able to give Krishna consciousness to others. И тогда мы сможем с легкостью давать сознание Кришны другим людям. Lord Chaitanya was once approached by devotees from Kulina. Однажды Господу Чайтанье пришли преданные из Кулини. Kulina or Kulia. And these devotees approached Lord Chaitanya every year for 3 years and asked the same question. Раз в год, на протяжении 3 лет, они приходили к Господу Чайтанье и задавали один и тот же вопрос. How can we recognize a devotee? Как мы можем распознать преданного? How can we tell this is a devotee? Каким образом, по каким признакам мы можем понять и сказать, что вот это преданный? So Lord Chaitanya, each year, for 3 years, he gave answers on progressively
higher levels. Каждый год в течение трех лет Господь Чайтанья давал ответы, соответствующие более прогрессивному уровню. First year he said, anyone who chants Hare Krishna once in their life is the best amongst the common people. В первый год он сказал: самый лучший из людей тот, кто хотя бы раз в жизни произнес Харе Кришна. Один раз в его жизни. So this basically means, in technical terms, Kanishta Adhikari, or third class kind of materialistic devotee. Технически это уровень Канишха Адхикари, преданный третьего уровня с еще материальными желаниями. До какой-то степени. Then second year they asked the same question. На второй год вопрос был повторен. And Lord Chaitanya this time he answered that the devotee who is chanting Hare Krishna always is the best of the devotees. Во второй раз Господь Чайтанья ответил: самый лучший из преданных тот, кто постоянно воспевает Харе Кришна. Всегда. This is now the devotee on the middle level, he's called Madhyam Adhikari. Это уровень среднего преданного, Мадхьяма Адхикари. Then third year they came, they asked exactly the same question. Третий год был задан тот же самый вопрос. And this time Lord Chaitanya answered that devotee who, when people just see him, they automatically chant Hare Krishna. He is the best of the best of the devotees. Господь Чайтанья ответил, что самым лучшим среди всех лучших преданных является тот, при встрече которого все остальные начинают повторять Харе Кришна автоматически. This is now Uttama Adhikari, or first class devotee, like pure devotee. Это уровень первоклассного преданного Uttama Adhikari. And now we might think this is simply referring to someone like Srila Prabhupada, some very extraordinary devotee. Мы можем подумать, конечно, что этому уровню соответствует запредельный вайшнав, такой как Шрила Прабхупада. But it's not necessarily limited to just that very special devotee. Но не факт, что это ограничение работает только в случае особого преданного. I remember when we were distributing books in England many years ago, in the 70s, we would disguise ourselves. Я помню, как в 70-е, когда мы распространяли книги Шрилы Прабхупады на улице, мы переодевались. Yes, because the police would arrest us. Маскировались от полиции, чтобы полиция нас не арестовала. I got arrested many times. Меня множество раз арестовывали. I forgot. I lost count. Я счет потерял своим арестом. I don't know. At least 50, 60, 70 times. Как минимум раз 50, 60 или 70. So, devotees, you are looking at a criminal. Преданные, вы смотрите на преступника. So we would disguise ourselves. So we sort of fit into the scene on the street, because dressed like this, you know, everybody can see, there's a Hare Krishna. Мы не могли бы ходить в дхоти и куртах на улицу, потому что все сразу бы поняли, что мы кришнаиты, поэтому нам приходилось маскироваться под обычных людей в штатском. So sometimes the devotees are disguised. They go distribute a book. Преданные санкиртаны переодеваются, маскируются для того, чтобы распространить книгу человеку. And the person looks at the disguised devotee. А человек смотрит на переодетого преданного. Sometimes even they would have wigs on.
Иногда преданные парики даже носили. И человек смотрел на преданного и говорил: «Да ты ж кришнаит!» And the devotee would say, no, no, no. Преданный говорил: «Нет, нет, я не кришнаит!» And the person would say, yes, you are, I can tell. А человек говорил: «Я точно могу сказать, что ты кришнаит!» So you see, as the devotees progress, they naturally stimulate people like that to remember Krishna and to be Krishna conscious. По мере прогресса преданный может естественным образом вызывать в других людях воспоминания о Кришне. So yes, we should all, for our own benefit and for the benefit of the people in general, we should really try to become good association. Для нашего собственного блага и для блага всех людей в целом нам необходимо стать источником хорошего общения. So that whenever we meet devotees, we can always have some nice Krishna conscious exchange. Когда бы мы ни встретились с преданными, у нас должен быть хороший взаимообмен. Мы всегда должны в счастливом настроении встречать преданных. Okay, to meet when we meet devotees, because well, we are going to be together forever. Почему? Потому что мы с этими преданными навечно связаны. We will be together in Goloka Vrindavan. Мы навечно связаны и будем вместе на Голоке Вриндаван. Prabhupada said we'll have another ISKCON there. Прабхупада сказал, что у нас на Голоке будет свой ИСККОН. And there'll be another ISKCON Ижевск there also. И там будет отделение Ижевска. So we better learn to get on with each other. Поэтому скорее уже нужно сотрудничать, научиться друг с другом. Because we're going to be together. Потому что всем нам придется терпеть друг друга там. So there should be no devotee who, when you see them, you think, oh no, it's not him again. И там уже не пройдет такое настроение, когда мы видим какого-то из преданных и думаем, о нет, опять он. Krishna doesn't like that. Кришне это не нравится. Yeah. So yes, we should give good association, and we should try to get good association. Мы должны быть источником хорошего общения, и мы должны также получать хорошее общение. In other words, when we meet devotees, we should talk something about Krishna. Другими словами, когда мы встречаем преданных, мы должны говорить о Кришне. And not just, you know, some mundane talk, how is your work and all that. А не на мирские темы, как дела, как работа. Yeah, but really, like on Sunday, at the Sunday program, when we meet, sit down with the devotees to have prasadam, we should actually have a Krishna conscious discussion. К примеру, на воскресной программе мы садимся рядом с преданным, вкушаем просад. И именно в этот момент самое подходящее время для беседы о Кришне. Oh, you may sit down with the devotee, and the devotee may start saying that, oh, I had a bad week, I'm sick, and my wife shouted at me, and oh. Может быть, конечно, и обратная ситуация. Садишься рядом с преданным вкушать просад, а он тебе говорит: тяжелая неделя выдалась, с женой поругался, заболел. And then we should respond, well, in Bhagavad Gita Krishna says, this world is dukalayam ashashvatam. Тогда можно ответить: Бхагавад Гите Кришна говорит, что этот мир дукхалаям ашашватам. It's a miserable place. Everything's temporary. Место страданий и все вещи здесь временны. So if your wife shouted at you, it's not bad, because, you know, everything is temporary.
So the shouting is finished. Next she will say something very nice. Так что не отчаивайся, что женой ты поругался, что она на тебя накричала. Если она накричала, значит крик уже закончен. А поскольку все временно, значит за криком должно прийти что-то хорошее. But yeah, like this, we should try to become a good association for other devotees. Нам нужно постараться изо всех сил и стать хорошим источником хорошего общения для других преданных. And try to find good association for ourselves. А также стараться изо всех сил самим искать эти источники хорошего общения. This is just one of the most foundational parts of Krishna consciousness. Так как это одна из основополагающих вещей сознания Кришны. Govinda Maharaja, if you know him, B.B. Govinda Maharaja, he was telling us of a wonderful experience he had with Srila Prabhupada. Srila Bhaktivrinda Govinda Maharaj, если вы знакомы с ним, рассказывал нам о своем замечательном опыте общения со Шрилой Прабхупадой. He was there in Prabhupada's room every day, just as Prabhupada was about to leave this world. Махарадж приходил в комнату Шрилы Прабхупады каждый день до того, как Шрила Прабхупада должен был покинуть этот мир. So one day, Prabhupada's bedridden. And one day, his godbrother Krishnadas Babaji came to visit him. В плохом состоянии Шрила Прабхупада пришел навестить его духовный брат Кришнадас Бабаджи. And they, Krishnadas Babaji sat on the bed and was joking with Prabhupada. Кришнадас Бабаджи присел на кровать и шутил со Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada's just lying there, he's just emaciated and materially in a terrible condition. Шрила Прабхупада просто лежит без сил с материальной точки зрения в ужасном состоянии. But now this other Krishnadas Babaji was joking and Prabhupada started laughing and smiling. Но Шрила Прабхупада начал смеяться и улыбаться над шутками Кришнадаса Бабаджи. After a couple of minutes, Prabhupada turned to his disciples. Через несколько минут Шрила Прабхупада повернулся к своим ученикам. And he pointed at them. И указал пальцем на них. And Prabhupada said, Tandira Charana Sevi Bhakta Sanivas Janame Hoy. Abhilas. This is a verse from Narottam Das Thakura. Srila Prabhupada произнес стих Narottam Das Thakura. All I want is to serve the lotus feet of the devotees. Все, чего я хочу, это служить лотосным стопам преданных. And to live in their association. И жить в их обществе. Birth after birth. Nothing else, just that one thing. Рождение за рождением, и больше ничего. Только этого я хочу. Then he turned back to Krishnadas Babaji. Затем Шрила Прабхупада повернулся к Кришнадасу Бабаджи. And again, joking and laughing and smiling. И продолжил смеяться, веселиться, радоваться, улыбаться. Few minutes later, Prabhupada pointed to the devotees again. Через несколько минут Шрила Прабхупада вновь показал пальцем на учеников. Тандира чарана севи бхакта санивас джанаме джанаме хой эй абилас. Same verse. Тот же самый стих. All I want, the only thing, life after life, to serve the lotus feet of the devotees and live in their association. Все, чего я хочу, жизнь за жизнью, служить лотосным стопам преданных и больше ничего. And then back to the talking and smiling and joking and laughing. И снова повернулся к Кришнадасу Бабаджи, продолжил с ним свою увлекательную беседу, улыбаясь, шутя. And then third time. Третий раз.
pointed at the devotees. Шрила Прабхупада показал пальцем на учеников. Тандира чарана севи бхакта санивас джанаме джанаме хой э абилас. Yes, so association of devotees extremely important. Общение с преданными это запредельно важная вещь. Because it is said, even materialistic people say that you can judge a person by the company they keep. Даже материалисты говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. There's another saying, birds of a feather flock together. Есть еще одно высказывание на английском языке. Перья птичек находятся рядом. Anyway. Санат Нагасвами подсказывает правильный перевод. Птицы одного пера собираются рядом. Yes. And if you associate with drunkards, you become a drunkard. Если мы общаемся с алкоголиками, мы станем алкоголиками. But if you associate with devotees, you become a devotee. Если мы общаемся с преданными, мы станем преданными. So over the next couple of days while we're here, we'll be looking at the subject from different perspectives. И пока я здесь, мы будем продолжать говорить на эту тему с разных точек зрения, обсуждая ее. Because Krishna consciousness, Prabhupada said, it's 90% association. Как говорит Шрила Прабхупада, сознание Кришны состоит на 90% из общения. We're here associating together. Как мы сейчас здесь общаемся вместе. And we chant Hare Krishna. Krishna is in His holy names. We're associating with Krishna. Мы воспеваем Хари Кришна, а Кришна присутствует в своем святом имени. То есть мы общаемся с Кришной лично. In the deities, Krishna is present. В божествах Кришна присутствует лично. And Krishna is present in devotional service. Кришна присутствует в процессе преданного служения. So, association, Prabhupada is in his books. Общение со Шрилой Прабхупадой осуществляется через чтение его книг. I was reading just a few days ago, first canto, chapter 5, maybe it was verse 16. Недавно я читал первую песню, пятую главу, может быть, 16 стих Шримад Бхагавата. Narada Muni is speaking to Vyasadeva. Narada Muni обращается к Vyasadeva. And Srila Prabhupada in the purport says, we would like to thank Narada Muni for appearing in the pages of Srimad Bhagavatam. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, мы хотели бы выразить благодарность Нарада Муни за появление на страницах Шримад Бхагаватам. Yes, so association. It's a very deep subject, very important subject, and it's a very powerful thing. Общение — это очень могущественная вещь и очень важный фактор, одна из основополагающих составляющих сознания Кришны. Hare Krishna. Any comment or question? Есть ли у кого-то комментарии, вопросы? Пожалуйста. Они сказали мне, что предмет здесь очень разумный. Это правда? No, but I heard devotees here have many questions. Я слышал, что у местных преданных много вопросов ко мне. Okay. Think about it. Подумайте. Yes, Prabhu.
вас между преданными возник вопрос спорный. А могут ли младшие преданные, ведущие образовательные программы, которые старшим, которые в них участвуют? Все слышали вопрос? Вопрос спорный. Могут ли младшие преданные, которые ведут образовательные программы, такие как Бхакти Врикша, давать наставления старшим преданным? See, the thing is that if you are given the duty by the bona fide authorities to teach something to some group of devotees, you must do that. Смысл в том, что если это ваш долг, вас уполномочили, истинный авторитет сделал это, обучать и наказал вам обучать группу начинающих преданных. Well, not just начинающих преданных, but just a group of devotees. Группу преданных. Yes. So you must do it. And even Prabhupada sometimes, he would tell devotees to give class, and he would sit in the class. Шрила Прабхупада однажды просил своих учеников давать лекцию, которую он сам сидел и слушал. So, but that does not mean now that the devotee who is giving class should think, here I am, big authority. Но преданный, который читает лекцию, не должен думать, вот он я, главный авторитет. And I will tell everyone what is what. И сейчас я всем все расскажу. And they must listen to me. И все они должны меня слушать. Actually, we should always try to be very humble anyway. Нужно стараться всегда проявлять смирение и оставаться смиренным в любой ситуации. Even in front of junior devotees, we should certainly be very humble and try to be very sincere. Даже во взаимоотношениях старших и младших, старшие могут проявлять смирение и искренность. And if there is some senior devotee there, oftentimes it is encouraged to sort of take permission from them. А младшие могут получать вдохновение от старших и получать разрешение. And sort of apologize that, you know, I'm not very qualified, but I've been given this service, so please bless me to say something about Krishna. А также очень разумно попросить благословения у старшего преданного, сказав: я недостаточно квалифицирован, я прошу прощения, не могли бы вы мне помочь, благословить меня, чтобы я что-то смог рассказать о Кришне преданным? And then they may at some point, at the end or whenever, call on that older devotee also to make some comments. А также резонно в конце лекции младшего преданного предоставить слово старшему, прокомментировать что-то или сделать итог. That's why we ask Sanatan Goswami Prabhu to enlighten us. Именно по этой причине мы попросили Санатана Госвами Прабху просветить нас. Что вы думаете? Does that sound okay? Устраивает вас такой ответ? Okay. Any other comment or question? Пожалуйста, еще вопросы, комментарии. Один, два. Скажите, пожалуйста, как именно получить хорошее общение? Как вывести преданного на общение с Кришной? Как подтолкнуть, чтобы вот этот разговор начался? Как это получить общение? Окей. Слышали? Как мы можем спровоцировать беседу о Кришне? Yeah, well, that's a very important question. Это очень важный вопрос.
If you happen to begin the conversation, just begin it by saying, well, you know what I read in Bhagavad Gita. Если право начать разговор предоставляется вам, то вы можете начать разговор со следующей фразы. Знаешь, что я прочитал в Бхагавад-гите? Или что-то в этом роде. И дискуссия начнется сама собой. If they start the discussion in a sort of non-Krishna conscious way. Если же разговор начинается оппонентом на не преданские темы, then you can try to sort of redirect the discussion into Krishna consciousness. У вас есть все шансы перенаправить беседу в нужное русло. They may say, "Oh, my mother-in-law is too much." Они вам могут говорить: "Теща достала." Свекровь. Свекровь. Then you say, "Yes, I read about Jatila. She is the mother-in-law of Radharani." А вы можете сказать: "Да, читал вот про Джатилу недавно. Она свекровь Радхарани." So you try to redirect into Krishna consciousness. Перенаправление в сознание Кришны. I mean, it takes some practice and some praying to Krishna. Необходимо какое-то время, чтобы научиться правильно перенаправлять беседы, а также можно молить Кришну о том, чтобы он дал разум, как это правильно делать. There was one devotee from America, Sri Ram Das, who was one of the first devotees to preach in Russia. Есть такой преданный в Америке, Шри Рам Дас. Он был одним из первых преданных, которые проповедовали в России. He was from New York. Он из Нью-Йорка. And he previously, many years ago, he was some sort of administrator in the temple. Ранее он был администратором в храме. And on his desk he had a little plaque, little thing with his name on it. И на столе стояла у него табличка с его именем. And people would come and tell him their problems. К нему приходили люди и говорили о своих проблемах. On the backside of this little name thing he had written, "Tell me something about Krishna." А на обратной стороне таблички, на которой было написано его имя, он написал: "Расскажи мне что-нибудь о Кришне." So if they were going on too long about their problems, he would just switch it over. Если люди слишком долго погружались в рассказ о своих проблемах, он просто молча переворачивал табличку and point to it. И пальцем показывал на надпись. So anyway, something like that. That's the basic idea. Что-то в этом роде. Это пример вам. Like as an example, Prabhupada, in 1973, when we first got Bhaktivedanta Manor, many important people came to meet him. В 1973 году, когда мы только что получили Бхактивиданта Манор в пользование, к Шриле Прабхупаде приходило множество значимых, весомых людей. And they were just mundane people. They had no real interest in Krishna consciousness. Мирских людей, у которых не было особого интереса к сознанию Кришны. So Prabhupada would start chatting with them about, "Oh, who are you? What do you do?" Прабхупада начинал беседу с ними с вопросов: "Кто вы? Как вас зовут? Чем вы занимаетесь?" And they'd explain, you know, "I'm a businessman" or something. Они рассказывали: "Я бизнесмен" или кто-то другой. And then Prabhupada would redirect the conversation to Krishna consciousness. И в этот момент Шрила Прабхупада перенаправлял беседу в преданское русло. So it's a skill that we should try to develop. Именно этот навык всем нам стоит выработать. Okay. Yes, Prabhupada.
Говорится, что почитать просад нужно молча, с большим почтением. И одновременно вы сказали, что единственная возможность общаться с преданными – это беседовать во время просада. Есть ли здесь противоречие? Вопрос повторить? Да. Говорится, что принимать просад нужно молча и с почтением, но вы только что сказали, что во время просада это хорошее время пообщаться с преданным. Как вы можете прокомментировать этот момент? See, I mentioned specifically at the Sunday program. Я упомянул воскресный пир непосредственно. And I was meaning, you know, particularly like when there are visitors and people like that. И ситуация, которая подразумевается, когда приходят гости в храм. But also with the devotees. I mean, generally you find devotees will sit and talk together. Но иногда, обычно так бывает, что преданные общаются во время просады. So, I mean, it's nice also to be meditative, and, but, you know, often the practice is like that at all. Конечно, это замечательная практика медитировать на просад, который вкушаешь. Но иногда, и обычно, можно сказать, практика такая, что преданные общаются во время принятия просады. It is said that when you eat watermelon, you should not eat anything else at the same time. Говорится, что когда ешь арбуз, ничего другое есть не нужно в этот момент. So there is a saying amongst devotees in English, it may not work in Russian. Eat it alone or leave it alone. Есть такое выражение на английском про поедание арбуза. Съешь арбуз, либо не ешь его вообще. Eat it alone, on its own, or leave it. So this one devotee was serving watermelon at the Sunday feast. Съешь арбуз в чистом виде, либо не ешь его вообще. Итак, преданный раздает арбуз на воскресном пире. And every person he was telling this. И каждому, кому он раздавал арбуз, он говорил эту поговорку. Eat it alone or leave it alone. Ешь арбуз в чистом виде, либо оставь его в покое. So one devotee looked at him. Один преданный посмотрел на него. Very thoughtfully. Задумчиво. And took some watermelon. Взял арбуза немного. And went away and sat on his own and ate it alone. Вышел из комнаты и съел арбуз в одиночку. Yeah, but that's what I could say. Такой ответ вас устроит. But it, you know, it's encouraged. Sunday feast is a bit different. But in many other situations where devotees take prasadam, it's encouraged to maybe have a devotee read from some scripture rather than while the devotees eat, rather than just the devotees just talking about anything. И лучше, конечно, когда есть рядом собеседник, который что-то прочитал из священных писаний и может поделиться. Или преданный, который может прочитать священные писания во время принятия просада всех остальных преданных. Вместо того, чтобы преданные болтали между собой о мирских темах. Because it's a fact, just casual talk, material talk during prasadam is not a good thing. Потому что это факт. Болтать на мирские темы во время принятия просада не полезно. Okay.
Если в сознании Кришны общение составляет 90%, то что делать, если не хочется общаться с преданными? What if you don't want to? Problem. You got a problem. У вас проблемы в таком случае. Yeah, you should, and you should understand. Lumineer guest problem. Нужно постараться довести до собственного сведения, что у меня проблемы. Yeah. You know, it's okay sometimes to have a little time on your own to consider things. Иногда здорово побыть наедине с самим собой, чтобы обдумать некоторые вещи. But if you're just sort of antisocial and you don't like the company of devotees, that's not good. Но если вы антисоциальны и не любите общаться с преданными, это плохо. И последнее. Все в материальном мире ищут Кришну, счастье, но не знают, что счастье – это Кришна. Как правильно объяснять людям, что то счастье, которое они ищут, и есть Кришна, не задев их ложное эго? Okay. It's not exactly that the happiness is Krishna, but the thing is, through contact with Krishna, there is so much happiness in Krishna consciousness. Нельзя сказать, что Кришна — это счастье. Правильнее будет сказать, что через соприкосновение с Кришной мы обретаем счастье в сознании Кришны. So, yes, so you should show them by your example how being Krishna conscious makes you so happy. Покажите собственным примером, как сознание Кришны сделало вас счастливыми. Yeah, if we are really Krishna conscious, we will be very happy. Если мы действительно сознаем Кришну, то мы должны источать счастье. And you won't be able to hide it. И невозможно его будет спрятать. Like we mentioned with those devotees disguised distributing books. Как в том примере про переодетых преданных, которые распространяли книги. The person said, "You're Hare Krishna." Когда ему люди на улице говорят, да ты ж Кришнаид. Because he could see it as that effulgence and that joy just emanating from the heart of the devotee. Потому что люди видят, как сияние и счастье исходит из сердец преданных. Hare Krishna. Okay, I think we should finish now, have a little kirtan. На этом мы прервемся и продолжим петь киртан. Шрила Прабхупада ки. Шрила Бхактистани Свами Махараджа ки. Пожалуйста, вставайте, будем петь и танцевать. Oh,
Yeah.
Thank you.
я думаю тогда красиво сами.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Не стесняйтесь, сейчас, наверное, одну минуту, чтобы организоваться.